Зима – одна з найкращих пор року для того, щоб займатися підготовкою мотоцикла до наступного сезону. Через те ми завітали сьогодні в гості до одного з найкращих кастомайзерів України – Дозіра. А Дозір – це прозвище школьне було у мене таке. Я слушал тяжелую металлическую музыку, death metal, и поэтому назвали меня Дозером. Днепр 11 купил в селе с коляской и построил из него свой первый чоппер. На следующий год я его немного доработал и выиграл первое место. Я думаю, что у кастом-культуры в нашей стране очень большое будущее, и все очень хорошо развивается. В данный момент у меня это как хобби. Я строю мотоциклы для друзей, со мной иногда здесь работают мои друзья, тоже строят себе мотоциклы. Я работаю в свободное время. Когда я хочу, прихожу в мастерскую и работаю. Что мода на мотоциклы всегда существовала. И сейчас у нас тенденции Европы 60-е, 70-е годы. Те же боберы, кафе-рейсеры. Фрейсеры – это вообще очень глубокая культура, которая наконец-то до нас дошла, и люди начали понимать, что такое кафе-рейсинг вообще. Очень приятно, что люди интересуются, и уже мы начинаем строить эти мотоциклы. Ну, что-то было в интернете, и ну, журнал «Мото», конечно, был у всех. Были еще другие журналы. Я уже построил 15 мотоциклов. Я просто люблю делать красивые мотоциклы, которые будут радовать глаз. Я не привязываюсь к стилям, чопперы, боберы. Строить я люблю больше, чем кататься. Ну, интересно построить мотоцикл и поездить на нем первым. Я обычно строю все мотоциклы для себя, а потом отдаю их хозяину. Я полностью их испытываю и на 100% уверен в их технической исправности и управляемости. Все зависит от достатка человека и то, что он хочет получить в итоге. Насколько красивую игрушку и интересную. Все зависит от мотоцикла, донора, из чего это будет строиться. Ну, большинство людей на них ездит каждый день. А чтобы начать, нужно только желание. Я начинал с того, что у меня был обычный железный гараж арендованный. После этого гаража я переехал в другой гараж. Там я уже строил другие свои мотоциклы для себя. И спустя лет 5 я переехал в более просторную вот эту мастерскую. И здесь уже есть место, чтобы поставить дополнительное оборудование и строить более качественные мотоциклы. Я хочу построить свою большую мастерскую, строить еще более красивые качественные мотоциклы на любой вкус. И хочу очень заняться автомобилями, строить классные кастомные автомобили. Я повар.